что тут делаете? Сюда. Сидеть. Поздравляю, Сереж. Я думал, что этот допрос никогда не закончится. С РН, без РН. Но зато теперь с меня сняты все обвинения. Теперь ты можешь спокойно ходить на своих ногах. В смысле, вы, прошу прощения. Мне кажется, вам давно надо было перейти на ты. Ну, давайте. А, давай. Спасибо, что встретил. Честно говоря, я пришла попрощаться. В смысле попрощаться? Вы уезжаете? Ты. Я? Нет. А, да. Подожди, ты уезжаешь? Да, я решила, что я вернусь в Омск и решу все свои проблемы. Ну, в принципе, это правильно. Угу. Но я немного боюсь за тебя, Женя. Эта женщина Карташова была настроена очень недружелюбно. Ну, у нее сына убили, ждать от нее дружелюбия по меньшей мере наивно. Поехали. Знаешь, что я думаю? Я поеду с тобой в Омск. Зачем? На всякий случай. Ну, ты помогла мне, я помогу тебе. Дружеский бартер, если хочешь. Спасибо, конечно, но мне кажется, это лишнее. Со своими проблемами я привыкла сама разбираться. Жень, ты сейчас говоришь неразумно. Возможно. Но мы не будем спорить. Ну, поехали, мне надо еще вещи собрать. О, хорошо вернуться домой. Ты используй этот опыт для будущего романа. Может быть. Не знаю, конечно, понравится ли это моим читательницам. Это же Гришки наушники. Господи, все-таки твой помощник порядочный растяпа. Гриш, твои наушники нашли. Гриша! Что это за ерунда? Ну, может, вышел куда-то? Гриша! Так. Гриша! Гриша! Купил все это вчера вечером. Так, сейчас я ему позвоню. Так, что-то мне это не нравится. Гриша без телефона 5 минут прожить не может. Ну уж на пол бы он его точно не стал бросать. С ним что-то случилось. Посмотрим в его комнате. Не знаю. Может быть, позвонить кому-нибудь. К кому? Что ты вообще про него знаешь? Ну, знаешь, что он в Москву приехал откуда-то. Кажется, из-под Курска. А где вы познакомились?
У Кеши в клинике. Mm. Он у него санитаром работал, и когда мне понадобился помощник, он мне его посоветовал. Mm. Он мне понравился, серьезно, неболтливый. Ты ничего не знаешь про своего помощника. Кутепов Григорий Антонович зарегистрирован город Москва, Кутузовский проспект, а через 2 года Московская область, поселок Графское озеро, 75. Никакого Курска тут в помине нет. Зачем он мне соврал? А он тебе сказал, зачем он в Москву приехал? Ну, сказал, в консерваторию поступать на композиторский. На композиторский? Ну да, он талантливый парень, пишет какую-то музыку. Надо же. Я думала, он только на барабанах стучит. И что, поступил? Сказал, что решил пока позаниматься на подготовительных курсах и денег подзаработать. А зачем он мне соврал? Ну, у нас же есть адрес. Давай поедем туда. Если там живут его родственники, они могут что-то знать. Ну, давай. Подожди, а ты же уезжать собиралась? Ну, собиралась. Ну, придется отложить ненадолго. Графское озеро, 75. Понятно. Поехали. Интересный домик. Да. Неплохое местечко для мальчика из Курска. Вам кого? Здравствуйте. Нам нужно поговорить с хозяином дома. У нас срочное сообщение о Григории Кутепове. Это главные ворота тут к хозяину приехали. Ты ведешь себя как лох. Надо было сначала ДНК делать, а потом уже завещание переписывать. Так, прекрати истерику, ты у меня допрыгаешься. Твоего имени вообще не будет в завещании. Ты меня достал своим шантажом, понял? И мне с детства весь мозг вынес своим наследством. Слова, домой вернись. Папаша называется. Даст 3 копейки, а потом еще пальцы гнет. Ты больше и не стоишь. Да-да-да, я это уже слышал 100 раз. Знаешь что? Подави своими деньгами. Понял? Домой вернулся! Да пошел ты! Здрасте. Здрасте. А вы, собственно, кто и что вам надо? Я Карский Сергей Леонидович, это Евгения Евгеньевна Волкова. Мы хотели поговорить с вами о Григории Кутепове. А вы что, уже выздоровели? А как вы узнали, что... А вы думаете, я не в курсе, у кого Гришка работает? Я отец все-таки. Отец? Вики, а ты что здесь делаешь? Я хочу с тобой договориться. По-хорошему. Только ты опоздала, надо было раньше договариваться. Слава, перестань. Да, а что так? Я тебе столько всего предлагал. А ты меня продинамила. Вместо этого вон батя в койку стартанул. Что, не так? Ну, я прошу тебя. И в конце концов, это в твоих интересах тоже. Нет уж. Сори, детка. Теперь мы с тобой можем договориться. Только по-плохому. Mm. Ну что, попробуем, а? Или опять сольешься? Ну, давай попробуем. Давай. Я тебя внимательно слушаю. Ну, я не понимаю, чего нервяк разводить. Ну, ушел пацан, ну, телефон забыл. Ну, с кем не бывает. Не вижу поводов для паники. Но дело же не только в забытом телефоне. Вся эта ситуация достаточно странная, вам не кажется? Так, ну вот что, господа. Поскольку мой дорогой зять, к сожалению, так и не смог обзавестись подобающими манерами, я представлю себя сама. Началось. Да, сама. Я, между прочим, мать твоей первой жены и бабушка Славы. И тоже имею право на мнение. Анна Марковна Бострякова, с вашего позволения. Очень приятно. Карский Сергей Леонидович, это Евгения Веленовна Волкова, мой... Друг. Да. Ну так вот, я стара, но еще не в маразме. И даже мне в моем возрасте ясно, что телефон для современной молодежи давно стал
еще одним органом. Я поверю, что Гриша мог забыть зонт. Или одеться, не по погоде. Но телефон он забыть не мог. Ну, может, к нему тёлка, в смысле, девушка пришла, помчался на свиданку и все забыл. Ну, это ты можешь ради. А Гриша, он пошел весь в свою мать, царство ей небесное. Он серьезный и ответственный. Я согласен, Гриша действительно очень надежный парень. Ну, ты обращаться в полицию-то не будешь? Не буду. Я с ментами дела никогда не имел и иметь не собираюсь. Ну, да. Кафтан новый, кожа старая. Ладно, не хочешь обращаться, не обращайся. Ну, ты можешь хотя бы свою службу безопасности заставить работать? Или мы здесь всей семьей будем играть в страусов? Уважаемый товарищ, бывшая теща. Вот дети и тещи бывшими не бывают. Хорошо. Анна Марковна, избавьте меня от своих инструкций, если не ваше бабское воспитание, у меня бы сыновья выросли совершенно другими людьми. Да я бы никуда и не лезла, если бы у детей были матери. Ты ж всех жен-то в могилу загнал, тоже мне еще синяя борода. А, то ж я виноват, что жена на машине разбилась. Ну, в смерти моей дочери ты тоже не виноват. Кто знал, что у нее крыша поехала? Все, не лезьте, не лезьте. Если бы я не лезла, ты бы Гришу загнобил, как Славу. Посмотри на себя, тянешь, давишь всех, как танк. Все, все, все. Без посторонних. Эй! На, похавай! Я пить хочу. Пить хочешь? На, пей. Спасибо. Вы почту не проверяли? Проверял. Нет, там ни хрена. Что-то не торопится, твой папаша за тебя выкуп платить. Так может, он просто еще письмо не увидел? Может, не увидел. А может, наоборот. У него по-прежнему бабло дороже всего. Я могу еще раз написать, если хотите. А нет, уже не хочу. Зря я тебя послушал. Мне письма надо было писать, а напрямую с ним побазарить. Как же ты номер папашиного телефона наизусть не знаешь? Сейчас, а? Сейчас никто номеров наизусть не знает. Mm. Находишь в телефоне просто кнопку папы и звонишь. Находишь папы и звонишь? Да. Хорошо заливаешь. Только ты учти пацанчика. Есть у меня один хороший способ память освежить. Можно, например, палец тебе отрезать. Ну? Ну, где сюда рука? Давай руку! Нет. Можно пальчик чик и отрезать. Или глаз выколоть. А? Что предпочитаешь? Неужели вы это можете правда сделать? Ну, легко, пацан. За хорошее бабло только палец, голову можно отрезать. Черт. Мы с твоим папашей в 90-е много чего отрезали. Что, не говорил он тебе? Не рассказывал. А я думал, такое только в кино бывает. Кино. В те времена такое кино можно было снять. Жаль, не снимали. Жалко. Ну, давай, пацанечка, выбирай. Выбирай, ну. Чего начать? Пальцы или с глазом? Не, а? Подождите, постойте. Дайте мне ваш смартфон. Я придумал, как можно узнать папин номер. Ну, смотри, малыш. Держи. Нас извините, что мы так вывалились без предупреждений, но сами понимаете, что лучше сообщить. Да, конечно. Нет, я благодарю вас за участие. Ой, да вы не парьтесь, все под контролем. Я вас попрошу, если Гриша объявится, позвоните, ладно? Ну, разумеется, само собой. Ташенька, ой, здравствуйте. Здравствуйте. Не знала, что у нас гости. Они уже уходят. А, Тошенька, мне Гриша в соцсети написал, попросил твой номер телефона. Я, конечно, дала, но что-то случилось? Сейчас, например? Да, да. Вот!
Вот, а вы пропал, пропал, загулял. Загулял, сынок. Позвольте представить, моя жена Викуля. Очень приятно. Третья жена. Вам посчитать больше нечего, Анна Марковна? Денег дать? Оставь себе и купи мозги. Спасибо. А, ну что ж, раз Гриша нашелся, значит, не будем вас больше задерживать. Привет вам большой. Все, Евгения, мы торопимся. Такой привет передам. Такой, наследник, да? Телефон родного отца не помнит. Пойдемте, я вас провожу. Одну секунду, извините. Гриша! А кто это? Это ты, дружочка? Ну что? Узнал меня, гнида? Узнал, узнал. Ты, небось, думал, я давно уже червям скорблен. Мы вот тут с твоим сыночком видео тебе отправили. Посмотрел? Какое видео? Ну, как-то какое. Про твоего сыночка. Короче, слушай меня внимательно. Ты дачу старую помнишь? Что ты собираешься делать с Гришей? Ты привезешь мне сюда 20 лямов. И учти, если финтить начнешь, я твоего сыночка на куски порежу. Исполняй. Ну так, пацанчик. Что, испугался? А? Испугался. Ну что, зятек, награда нашла героя. О каком видео он говорил? Мне приходилось что-нибудь на почту? Нет. Было несколько деловых документов и спам. От Гриши ничего не было. Тошенька, я бы тебе сказала, честное слово. Славкины штучки. Не о том думаешь сейчас. Я так понимаю, Павел вернулся. Хочет получить свое. Его здесь ничего нет. Здесь все давно мое. Я тебе говорила, так друзей не кидают. Пусть отдаст Гришку. Верни ему все, что он просит. Простите, что я вмешиваюсь, но раз уж мы в курсе, может, нужна какая-то сумма, я готов помочь. Мы с вами уже попрощались. Ну, напрасно вы так. Женя, пойдем. Может быть, нам полицию вызвать? Не надо никакой полиции! Не надо! Я сам все решу. Я так понимаю, не на даче, в Кукушкино. Это бумеранг, зятёк. Я об этом знал. Саврасова ко мне. Я не поняла, зачем ты сказал, что мы торопимся? Не Гриша, нам было прислал сообщение. Не, ничего такого, просто грустный смайлик. И что это значит? Я теперь могу определить, где он. Поехали скорее. Чего тебе? Тиша, а Кукушкино-то далеко? 20 километров по Минке, а что? Нет, ничего. Я просто хотела спросить, ты не сильно обидишься, если я с тобой не поеду? Я просто не очень себя хорошо чувствую. Да что? Тебе-то зачем ехать? Я тебя вообще брать не собирался. Твое дело, о, наследника носить. Хорошо, я тогда поеду к врачу. Пусть посмотрит, а то мне как-то не по себе. Да, к врачу очень хорошо. Может, тебе деньги нужны? Да, дай, пожалуйста. Там так все дорого, а ты сам вроде просил на ребенке не экономить. Да, на наследнике экономить не будем. Найдем, на чем сэкономить. Вот, держи. Вот ты знаешь. И не шикуй там, знаю я вас. Я только на малыша. Да. Давай. Спасибо. Осторожнее. Не волнуйся. Гриша, привет передавай. Антон Григорьевич. Сколько человек брать? Нисколько, я один поеду. Может, я к вам на хвост сяду? Подстрахую. Не, не надо. Если он открыто адрес назвал, значит, сам тоже подстраховался. А Гришка я рисковать не хочу. Ты покрутись там, недалеко от Кукушкина, а потом я тебе дам знать.
если что. Я понял. Ребят взять? Ну, двоих возьми. Так, тут только треть. Мне еще в банк надо за остальными заехать. Надеюсь, туда позвонили? Да, да. Вас там уже ждут с деньгами. Ага. Давай, ребят собирай. Так, Гриша у нас сейчас находится... Так, поселок Кукушкино. Это здесь недалеко. Может быть, все-таки Перфилеву позвоним? Это же его епархия. Слушай, вас так и тянет просто сейчас с Перфилевым. Ой, Карский, перестань. Что ты делаешь? Звоню Перфилеву. Отвечает. Ну что, поехали? Поехали. Привет. Почему ты так поздно? Я тебя с утра ждала. Не могла из дома вырваться. Что врач говорит? Яблочко? Угу. Говорит, что после 12 недели выпишет. О, ну вот и замечательно. Пусть растет наш малыш дорогой. Яблочко. Слушай, я офигею. Как ты до всего до этого додумалась и меня в это втравила? Но у меня выбора не было. Удержаться возле Кутепова можно только при помощи наследника. А если бы он узнал, что я родить не смогу, сразу бы меня выкинул из дома. Вон и за ЭКО сколько крысился. А если он догадается, что ваше ЭКО мне сделали, а не тебе? Не догадается. Еще немного, и мы уедем в Штаты. В нормальную клинику. А если ему кто-то подскажет? А кто, например? Ты? Ну, а что? Кутепов за наследника мне, наверное, больше заплатит, чем ты обещала. А тебе это невыгодно. Кутепов тебе один раз заплатит, а я всю жизнь буду поддерживать. И только самое главное не забывай, если он от такой новости третий инфаркт получит, он тебе уже ничего не успеет заплатить. А я успею. Только в другой валюте. Да ладно, все, хватит, не смотри так на меня. Я пошутила. Мне просто страшно, если бы ты не была моей сестрой, никогда в жизни бы на такое не подписалась. Еще раз так пошутишь, всю жизнь будешь жалеть. Ты забыла, сколько помойки мы вылезли? Обратно-то хочешь? Лично я нет. Так, ладно. Я тебе анкету для загранпаспорта принесла. Завтра приеду, заберу. Там запасы, но ты постарайся ничего не перепутать. Да не тупая я. Стаж трудовой деятельности за последние 10 лет? Это мне что, все писать надо? Все пиши. Все, Ксюшенька, побежала. Ты пожелай мне удачи, как ты умеешь, ладно? Пусть растет наш дорогой. Так. Ну, вот этот дом. С виду там ничего не происходит. Машин никаких нет. Может, попробуем постучимся к ним и скажем, что нам воды надо набрать? Ну, или что мы заблудились. И что мы водопроводчики, нам надо починить водопровод, да? Я так думаю, пока мы не выясним, что там внутри, соваться не стоит. Надо понаблюдать. Ну, не здесь же наблюдать. Давай какое-нибудь укромное место найдем. Чего ковыряешься? Послушайте, отстегните меня, пожалуйста. Я не убегу, честно. Не верите? Верю, всякому зверю. Волку вижу, тебе покажу. Ну и ладно. Папа вам, значит, денег должен? А почему вы просто не пришли к нему и не потребовали? Он бы и так бы вам отдал. Зачем меня было похищать? Так бы отдал. Да он за 15 лет моей отсидки пачки сигарет не прислал. Гнида беспредельная. А он знал то, что вы в тюрьме сидите? Слушай, ты в самом деле ботан, что ли? Еще Кутепов. Конечно, знал. Греть обещал. Я ведь тогда всю статью на себя взял. Значит, сидел вот со мной на скамье подсудимых.
Папа? Папа! За что? Как ты за что? Да было за что. Гриня, уж поверь мне, было за что. А я подумал, ну ладно, у него семья, тогда уж мы со Славкой родились. Бизнес вроде хорошо пошел. Думаю, как? Ну, надо, чтобы и дальше поднимался. Ну и взял все на себя, он гнида. Ну, скажи мне откровенно, Кутепов, можно с такой гнидой по-хорошему договариваться? Тут и оно. Не знаю. Это что? Опа. Менты и Гриня. Оказывается, с твоим папашей по-плохому договариваться нельзя. Сиди тихо. Погнали туда. Сергей Леонидович, мы его все-таки нашли. Нашел, нашел. Давай, вылезай. Скорее. Я не могу, я на цепи. Постраху меня, попробуй открыть. Да. Но! Сейчас. Есть. Есть. Как ты научился? Ну, уж себе открывай. Сегодня давай, 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 давай. Закрывай. Все, теперь бегу. Я еле-еле успел вам сообщение послать, чтобы он, чтобы ничего не заметил. Остановите! Это был папа! Нам нужно вернуться, они же убьют друг друга! Позвони ему. Ой, позвони, он же телефон потерял. Так, все, я звоню Перфилю.
гоняют как идиотов. Убийство, убийство. Руки бы оторвать тому, кто звонит не по делу. Ну забей, Сань. Уж лучше ложняк, чем реальное убийство. Сейчас бы сидели трупы в карауле. А нам это надо? Ну да. Миша! Женя, останься! Да я сам не пойму, что с ним. Подожди. Он мертв. Так, мертв. Нет, постой. Но я его не трогал! Им осталось 40 часов, работай домой. Ну что, всем добрый день, господа хорошие. Это он папу убил. Эй, что ты гонишь, пацан? Я его пальцем не тронул. Он сначала меня сюда привез, выкуп требовал. Да не гони! Я бабки свои вернуть хотел, только и всего. Да? Вы же сами говорили, как отца ненавидите. Вы же за него в тюрьму сели, а он вас кинул, не так что ли? По какой статье срок отбывали? 210-я часть первая. 105-я часть вторая. Ну, букет знакомый. Давно освободились? Неделю назад. Но этого я не трогал. Да, угрожал. Бабки вернуть хотел. Потому и щенка его похитил. Потому что этот козел по-другому не понимал. Но не убивал я его, не убивал! Все, разберемся! Гения Веленовна, надеюсь, не откажетесь еще раз выступить в роли понятой. У нас с вами уже сложилась добрая традиция. Недобрая традиция. Ну, как скажете. Венечка, чем порадуешь? Федор Михайлович, пока налицо все признаки смерти по гипоксическому типу, но его совершенно точно не душили руками, не удавкой, даже не подушкой. Это же как интересно. Все остальное только после вскрытия. Поищите след от укола. Думаете, у меня релаксант? У меня была такая мысль. Ну, это единственный логичный вывод. Дед-то здесь вполне может быть шприц. Блин, какой шприц? Что ты гонишь, овца? Да рот не закрой! Не было никакого шприца! Веди его в машину, пусть да в отделение везут! Да не убивал я его! Ладно. Интересно теперь узнать, где же деньги для выкупа? Либо покойник платить не собирался, либо убийца фокус провернул. Надо бы чердак осмотреть. Интересная мысль. Кравцов! Есть. Работа пришла, чердак осмотри. Евгения Миленовна. Смотрите. Ну да, так я и думала. А шприц не нашли? Денег нигде нет, а шприц... Вот, Федор Михайлович, долго искать не пришлось. Ну вот, чудесненько. Сейчас снимем отпечатки и завлечим убийцу. Приобщи, любезный. Я бы не была столь оптимистична. Думаю, что отпечатков вы не найдете. И откуда же такие выводы? Ну, логично было бы зашвырнуть шприц куда-нибудь подальше, а если он валяется прямо на месте преступления, значит, наверняка убийца стер отпечатки. Все равно надо все тщательно проверить. Слушайте, что вы обсуждаете? Я не понимаю, какой шприц? Какие отпечатки? Вы видели этого мужика? Вы что думаете, что если бы этот зэк захотел убить, он что, укольчик, что ли, делал бы? Он топор бы взял. Спасибо. Большое спасибо вам за помощь, Сергей Леонидович. Мне кажется, вам пора отправиться домой. И вот мальчика захватите с собой. Он сегодня много пережил.
Завтра будем с ним разбираться. Евгения Веренна, вас я бы попросил остаться и помочь своему молодому коллеге. Может, еще что интересное для нас отыщете? Папа лежал там все время, потом увезли. В общем, Павла Михайлова арестовали. Но папу теперь все равно не вернешь. И когда нам тоже отдадут? Надо же похороны организовать. Я забыл спросить. Как-то растерялся, как-то поэтому не знаю, извини. Успеешь еще зарыть? Да что вы несете? Впрочем, чего от вас еще ожидать? Я пойду к себе. Мне надо побыть одной. Господи, тоже мой. Ба, где Славка? Не знаю, с утра не появлялся. Вон, весь вечер звоню, трубку не берет. Решунь, иди спать. У тебя был тяжелый день, а я Славу дождусь, сама ему все расскажу. Хорошо. Меня завтра к следователю утром вызывают. Надо будет с ним серьезно поговорить. Нужно добиться, чтобы убийца... Дурачок. Не лезь в это дело. Скажи спасибо, что сам живой остался. А Кутепов он получил ровно столько, сколько заслужил. Да каким бы он ни был, он мой отец. Вот в этом-то и беда. Не отвечал, я тебе весь вечер звонила, а? Я не мог. Ты не представляешь, что я сделал. Что ты сделал? Я бог. Ты псих сумасшедший. Это не я, это адреналин. Меня еще ни разу в жизни так не колбасило. Кто это? Да бабка, блин. Задолбала звонками. А ты что, ревнуешь, что ли, а? Размечтался. А, ты ревнуешь. Тигра моя ревнимая. Ты бы тоже ревновала себе, я не отвечала. Где ты была? Я тебе потом расскажу. Иди сюда. Держите, Федор Михайлович. Спасибо, Зоя. Прошу вас. Спасибо. Надо сделать анализ ДНК, и тогда вы узнаете, кто уронил это на месте преступления. Ну, я думаю, что вы уже без анализа ДНК знаете, кто это уронил. Я не знаю. Сегодня утром я видела, как Слава грыз такую же. Старший сын Кутепова? Да. Ну, это, конечно, ничего не доказывает. Пока не доказывает. Будем разбираться. Будем разбираться. Евгения Валерьевна, вы, ну, не будете возражать, если я вас до дома провожу? Уже поздно. Если хотите. Никак не могу заснуть. Совесть замучила. А Слава так и не приехал? Нет. Не волнуюсь за него. Да? С чего бы это? Ну как, он же Тошин сын. Еще один наследник. Я бы на твоем месте волновался о собственном ребенке.
Ну, одно другого не отменяет. Ну, разумеется. Ты ведь, кажется, ездила к врачу. Ездила, и что? И что тебе сказали? Что все в порядке. Надо больше отдыхать и меньше волноваться. Очень своевременный совет. Странно, что ради этого ты торчал в клинике столько времени. Я там была совсем недолго. Да, зато здесь ты отсутствовала весь вечер. А откуда вы знаете? У вас же тоже дома не было целый день. Вы прямо передо мной приехали, я видела вашу машину на дороге. А вот вы где были? Ты еще не в том статусе, чтобы задавать мне подобные вопросы. Анна Марковна, а вам не кажется, что вы не с тем человеком отношения портите? Я не знаю, почему Тоша терпел ваши хамские выходки столько времени. Вот и спросила бы у него, пока он был жив. Узнала бы много интересного. Поздно. Я не уверена, что теперь в своем доме я буду терпеть то, что мне не нравится. Ты сначала получи этот дом. Кстати, место, о котором я вам говорил, еще свободно и ждет вас. Спасибо, но, к сожалению, это пока невозможно. Ну что же, жаль, очень жаль. Я был бы рад работать вместе с вами. Ну, если это, конечно, можно назвать словом «вместе». Я признаюсь, что впервые встречаю женщину, в которой невероятным образом сочетается интеллект, дедуктивные способности и красота. Федор Михайлович, ваши комплименты подозрительно напоминают ухаживание. Не буду лукавить, это так и есть. Вам неприятно? Нет, почему мне приятно? Просто мне кажется, это несколько неуместно. Нам же надо с вами найти убийцу, да? Да, нам надо найти убийцу. Кстати говоря, покойный Кутепов никакого финта выкидывать не собирался. Он действительно искал эти 20 миллионов для выкупа. Кстати говоря, 13 из них он получил за час до роковой встречи в банке, где находился вместе с начальником своей службы безопасности, который отвез его до Кукушкина, потом ждал сигнала на трассе в каком-то кафе, но, как нам известно, не дождался. Интересно. А куда же делись все эти деньги? Вот это вопрос. Ну хорошо, чем вы меня удивите после вскрытия Кутепова? Ну, мы с Веней установили, что смерть наступила приблизительно между 7:30 и 8:00 вечера, и Кутепов умер от инъекции димексила. Димексил, что это знакомое, это что за препарат? Это такой препарат, который парализует дыхательную мускулатуру, и человек умирает от удушья. И где его можно достать? В том-то и дело, что обычно его достают из сейфа в оперблоке у главврача. За 5 минут до начала операции и выдают анестезиологу под роспись. И то, если необходимо, гидрохиальная интубация. И вот вопрос. Как человек, который неделю назад освободился из мест лишения свободы, мог достать этот препарат? Не поверите. Я только что подумал об этом.